стакан на карте. Для этого фокуса нам понадобится две игральные карты, ножницы, скотч и стакан. Одну карту разрезаем посередине на две одинаковые части. Одну часть приклеиваем к рубашке другой карты. Готовы удивлять. Из колоды карт выбираем одну карту, заранее нами подготовленную, и пробуем ее поставить на ребро. Первая, вторая, третья попытка – неудача. Карта падает. Берем стакан и ставим его сверху на карту. При этом мы незаметно выставляем опору, заранее приклеенную часть карты, и... О чудо! Карта не только стоит на ребре, но еще и держит стакан. Удачи, волшебники! Радуйте и удивляйте!